Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас в обзоре американская лавша от фирмы Маручан со вкусом креветки. Стандартная запарочка на 3 минуты. Ничего нового. Вскрываем. Итак, в приправе только один пакет суповой основы. Больше здесь ничего нет. Ну, оно и понятно. Это стандартный дич-пакет типа нашего Анакома, Ролтона. Ну, только с американским таким оттеночком. Посмотрим, чем нас пиндосы смогут удивить. Хотя продукция, они, в принципе, нормальная. Заливаем. И ждем 3 минуты. Итак, братва, сварился наш маручан, точнее, запарился. Но, кстати, запаха креветки здесь нет от слова совсем. Просто пахнет лапшой. Вот, посмотрим, что на вкус. Кстати, лапша хорошо распарилась. Ее тут прикольно много. Пробуем. Что могу сказать? Не острый абсолютно. Ну и креветки я здесь тоже не обнаружил. Больше похож на наш куриный анаком. Я, ну, блядь, не возьмусь судить. На самом деле я сейчас дам ассистентке попробовать. Она фанат морепродукта. И она вот еще одно мнение как бы сейчас потребуется. Ну вот ассистентка сказала, что это просто присоленный пшеничный бульон. То есть даже вкусовой основы она здесь не почувствовала. Но я говорю, мне напоминает больше куриный. Но реально тут еще надо что-то насыпать. Майонез хотя бы, блядь. Так, в целом, качественный продукт. Я не скажу, что это говно или там хуйня какая-то, нет. Лапша норм. Бульон, в принципе, ну, как сюда накидать сейчас сосисок, майонеза, вот так будет. Но это не креветка, это точно. Так что тут, господа американцы, нас немного, блядь, поднаебали. А стоимость этого говна, извините на секундочку, рублей так под 100 он стоит, блядь. В то время как наша Анаком сейчас стоит 18 рублей. Тоже вы понимаете, да, разницу? Так что, ребята, вот такие вот дела. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч.